Чистая прибыль у МПО в первом полугодии снизилась вдвое. По информации издания «Коммерсант Уфа», чистая прибыль предприятия и ее дочерних структур с января по июнь – 3 миллиарда 450 миллионов рублей. Снижение показателей в компании связывают прежде всего с ростом себестоимости и операционных расходов. В целом выручка у МПО от реализации продукции на внутреннем рынке увеличилась на 1,5 миллиарда рублей и достигла почти 15,5 миллиардов. На внешнем рынке выручка от экспортных поставок увеличилась с такими странами, как Индия, Китай и Алжир. Уфимское моторостроительное производственное объединение – один из крупнейших производителей авиационных двигателей в России. Входит в объединенную двигателестроительную корпорацию, которой принадлежит 84% акций предприятия.